Если хочешь быть здоров, становись на лыжи. В ближайшую субботу, 11 февраля, в парке Прибрежном состоятся одни из самых массовых и зрелищных зимних соревнований «Лыжня Татарстана-2017». В этом году они проходят в рамках 35-летия состязаний «Лыжня России». Наш холдинг СТВ Медиа в лице Авторадио и телеканала СТВ «Пятый канал» стал официальным информационным партнером этого грандиозного события. Подробнее о том, что ждет участников и зрителей на лыжне, расскажем прямо сейчас. Классическим или коньковым, в одиночку или с семьей, ради участия или победы. На лыжне Татарстана ждут всех любителей лыжного спорта. Ежегодно она собирает до 20 тысяч человек. Трасса уже подготовлена, отмечают организаторы. Укатана снегоходами. И теперь только остается ее вырезать на вот эти, как если кто-то бывает, несколько, до 100 лыжней будет нарезано. Спортсмены-профессионалы, которые будут бежать первыми, в 9:30 у них уже начнется первый старт. Это забег сильнейших мужчин до 17 лет. В 9:35 будет забег сильнейших женщин. В течение получаса будут соревноваться профессионалы разных возрастов. А после 10 на лыжню выйдут ветераны, юноши и девушки до 17 лет, спортсмены-инвалиды. В 11:00 состоится торжественное открытие, которое и даст старт массовым забегам в 2-3 километра. Для того, чтобы принять участие в данных соревнованиях, необходимо будет подать заявку в мандатную комиссию, которая начнет свою работу завтра в шахматно-шашечном клубе детской и юношеской спортивной школы «Этюд». Время работы мандатной комиссии с 9 до 17 часов. Что касается развлекательной программы, то за это взялась команда от Авторадио и СТВ «Пятый канал» холдинга СТВ «Медиа». Мы подготовили призы победителям, традиционную фотосессию с ростовыми куклами и различные конкурсы. Ландыш Капранов, Андрей Буслаков, Челны-24.